На службе Отечеству торжественное мероприятие по принятию присяги молодым пополнением прошло в воинской части 66-97 накануне в Кустанае. В этом году 155 энергичных молодых людей примерили на себя новый статус и стали называться воинами Великой Степи. Несмотря на изнурительную жару, новоиспеченные бойцы с гордостью вступили в новый этап своей жизни. Да и прибытие самых желанных гостей, родных и близких, укрепили воинский дух. Подробнее расскажет Маргарита Иванова. Аскар Байган – уроженец Ржескасгана. В настоящее время он отдает долг родине. Воинской части 66-97 в Кустанае. Говорит, что принятие военной присяги – это особая церемония для солдат, которые будут защищать страну. Юноша поклялся честно выполнять свой долг, ведь с этого момента понятие «защитник родины» имеет для него особый смысл. Для меня это большая гордость. Каждый мужчина должен пройти этот жизненный этап. Сегодняшняя армия – образец для подражания. Она учит быть собранным и внимательным. Здесь все по уставу. Думаю, этот опыт мне пригодится в будущем. До принятия присяги новобранцы проходили курс молодого бойца, занимались физической и строевой подготовкой, изучали воинские уставы. Так сказать, вкусили романтику военной жизни. Испокон веков защита Отечества и клятва на верность своему народу считается священным долгом для каждого гражданина нашей страны. С первых дней независимости Республики Казахстан воины Национальной гвардии надежно стоят на страже безопасности государства и конституционного строя нашей страны. В нашем народе издревле почитают ратный труд. Защита Родины всегда была и есть и будет священным долгом настоящего гражданина и патриота. А армия – подлинной гордостью народа. Великий Абай, любовь к своему отечеству, сыновнюю привязанность к родным местам выразил поэтическими строками. «Родина наша большая, без края, я с гордостью имя ее называю». Не меньшее волнение испытывали родители и родственники солдат, приехавшие в воинскую часть на торжественную церемонию из различных регионов страны. Для них было важно увидеть своими глазами условия службы, обнять сыновей, познакомиться с их командирами и сослуживцами. Приехал к своему брату на присягу. Вот. Все мероприятие проходит очень отлично. Вот. После таких мероприятий тоже хочется в армию. И тоже хочется, чтобы ко мне на присягу приехали. После принятия военной присяги новобранцев распределят по подразделениям. После они приступят к боевой подготовке в соответствии со своими военно-учетными специальностями. Маргарита Иванова, Рахат Ситкан, Олжас Исенжигитов, телеканал Кустанай.